Смотрите, какой у нас дождь идет. Гремит. Вода ручьем бежит. С крыши, что ли, бежит. Ну, стекает. Сток какой-то. Ой. Не знаю. Сегодня у нас домашний день. Кстати, всем привет, друзья. Мы никуда. Сейчас будем супец готовить. Потом мяско. Не знаю, или сегодня... О, все, все накапало. Или сегодня Олег приготовит мясо, или завтра, не знаю. Мы пельмени поели, наелись и больше ничего не хотим. Даже готовить не хочется. Но надо сейчас супчик легенький приготовить с фрикадельками. Все равно делать нечего. Дождь. Холодно. Никуда не пойдем. Может быть, чуть-чуть это... Попозже сходим. Да ну вряд ли. Я ноги сюда. Ногти накрасила. Ну, может быть, и никуда не пойдем. Да, Лизок. Лизок боится у нас грома, вот этого всего. Грохота. Дрожит, дрожит она, да? Дрожит девочка. Да ладно, не бойся. Не бойся. У меня, значит, здесь варится уже супец. Супчик с фрикадельками. Легкий, не тяжелый. Совсем как пушинка. Правда, фрикадельки невкусные какие-то, похожи. Ну, запах не очень. Ну, так, покупные. Короче, покупные фрикадельки вот такие здоровые. Мираторг. Неохота мне было с фаршем возиться. Зашли в магазин Перекресток. Купили пачечку. Ну, а вот как-то, кажется. И все. Ну, что это, на один раз покушать нам? Ну, на пару раз. И все. А завтра, мы сегодня еще купили мясо. А завтра Олег приготовит мяско. Наверное, гуляш, да, Олег будешь готовить? Что-нибудь там пожарить, может гуляш приготовит. Что-нибудь такое с мясом. Мясное. Так, так, так. На улице дождик уже прошел. Даже солнышко было. Уже нету, правда. Сырость, просто сырость. Я сейчас отдыхаю всего 2 дня. Потом на работу выхожу. Работала я 4 дня. Поэтому меня так долго не было здесь. Работала я. Ой. Ну ничего, я сейчас вот отработала 4 дня. Сейчас... отдохну 2 дня, потом опять 3 дня работаю, ну, в своем графике. А потом вроде как мы договорились, что я буду 4 дня отдыхать. Ну, так как я работала 4 дня. Вот, напарница моя будет за меня работать, а я буду отдыхать. Наверное, если там что-то у нас не поменяется. У нас на работе опять очень много изменений. Перемены не в лучшую сторону. Но у нас в лучшую сторону на работе никогда ничего не бывает. У нас всегда все плохо. Ну, все хуже, хуже. В очередной раз у нас торговый менеджер уволилась наша. Теперь у нас новый какой-то будет менеджер торговый. Это, короче, получается... 5 торговых менеджеров сменилось, пока вот я работаю. Я работаю там 2,5 года. Сейчас вот 6-й получается. Текучка, текучка. И несколько продавцов у нас увольняется сразу же.
Короче, конторка у нас так себе. Ничего хорошего. Олег мне тут порезал морковку кубиками, лучочек. Прям красота. Видите, какой летний-весенний супец. Он такой зелененький. Вы видите? Вы вообще видите, что я готовлю? Фрикадельки. В рот не поместится. Смотрите, какие здоровые. Настя просила давно уже приготовить ей суп такой вот легкий. Ну, не жирный, чтобы не сильно жирный был. С макарошками. Ну, с лапшой. Все, друзья, буду дальше готовить. Включусь. Солнышко хоть нормально. Комфортная такая температура. Не сильно жарко, не сильно холодно. Мы сходили сюда. Сейчас пойдем туда. Мы зашли в Московский, значит. И что-то мы решили там на островке понюхать духи с Настей. Нас заставили купить. Да, нас заставили. Нас, вот меня прям вот так за горло взяли и сказали: покупай. Вообще я, ну, не люблю такие островки, там покупать вот эту, ну, парфюмерию. А, ну, там они сразу все разлиты. Ну, типа, ну, как говорят, оригинал там. Ну, они копия, не говорят, что копия. Это оригинал, но это реплика. Она сказала оригинал. Да нет. Ё-моё, ты что, со мной сейчас будешь спорить? Она сказала оригинал. Она же тебе сказала, что это масляные, смешанные с, ну, обычными духами. Что они типа стойкие, как типа оригинал. А, ну, что-то из этой серии она сказала. Она не говорила, что это оригинал. Ну ладно. Да, она что, тупая, чтобы говорить, что это оригинал? Нет, конечно, вообще умная девочка. Сейчас, короче, дорогу пойдем и включимся. Ну так вот, смотрите, ромашковое поле. Да, прям ромашковое поле. Ромашки, да, ромашки. Ромашки. Ромашки для Наташки. Ну, в общем, купили мы, купили. Я как-то один раз покупала, не помню, как это островок назывался. Там белые флакончики духов, ну там. Олег, нам сюда, папа, направо. Вот, купила. Купила, и все. Нет, дальше. И... И это, и бабушке зеленый отдала, ну, не понравился мне аромат. А тут вот что-то другое. Я вообще кому рассказываю? Сюда. Я и с папой разговариваю, и с вами. Короче, подведем итог. Купили мы. Ой, ё-моё. Что-то глаза не выколола. Пап, под ноги смотри. Да, купили мы. Подожди. Короче, вот такая вот штучка. Штучка-дрючка. Здесь 12 миллилитров. Том Форд Лос Черри. Ну, такой тяжеловатый аромат. Он больше для зимы пойдет. Ну, что-то я решила попробовать. Я хотела вообще на сейчас что-то. Ну, чтобы в сумку закинуть и с собой таскать. Ой, а у меня не написано, что это. Я тебе говорю, да, у тебя почему-то не написано. Ой, солнышко. А Настя взяла тоже... Ну, мне не написано. Это вроде как Баккарат Руж, но какой именно, я не знаю. Ну, тоже такое. Тоже селектив. И тоже они пахли как-то там на чем, на бумажке. Как-то так сладенько, вкусненько, как будто конфетками. Ну, на теле все равно раскрывается аромат по-другому, совершенно по-другому. Ну-ка. А это как-то... У меня от него голова будет. Вот он Насте не нравится, но он это... У них секс такой и для мужчин, и для женщин. Значит, мужик таким образом. Но у меня полегче. Ну, короче, вот взяли. Ладно. Я за Настю заплатила. Так что, Настя, не переживай, голова у тебя не будет болеть. Сама побрызгаю. Да, буду сама брызгаться, обливаться. Да я понюхаю твои. Он такой понежнее, чем те, да? Ну да. Ну. Приятно. Короче, мы идем в мою цену. Моя цена. Все, деньги потратили в московскую. Теперь идем вот. Магнит идем. Че подешевле сейчас будем выбирать? Рыбу хотим купить. Ой, так тут все зелено. Классно так. Ну, вообще как-то были. Тут прям вот зелено. Стало. Ну да, прохладненько. Ну, свежо так, я бы сказала. Ну, не холодно.
Ну, правильно, ты с голым пузом-то идешь. Так у меня руки замерзли. Ну, ты же вообще в блузочке. Поэтому прохладно. Эти тут стрижи, чижи, ласточки, не знаю, кто они, летают, чирикают. Ну все. Ну что ты? Конечно, ей будет холодно. Голая пузо и блузка. Чего-то мне холодно. Интересно, почему? Друзья, всем приветики еще раз. Мы зашли в лес. Мы в лесу. Это мы по этому лесу ходили зимой с Настей, когда... Когда мама испугалась собаку? Ну, конечно, нифига себе, лес, зима, и тут даже собака. Мама, а мы одни. Снимай, смотри по сторонам. Конечно, надо по сторонам глядеть. Мы тут вообще одни были зимой, никого не было. Ну, страшно же. Сегодня... И опять она снимает, а? Сегодня мы всей семьей решили прогуляться. Мы сходили на Озон, получили заказ. Я там заказывала кофе, Настя что-то витаминки. Я говорю, пошлите в лес, прогуляемся. Так вот сходим, ну и по той стороне, может быть, выйдем. Домой пойдем. Не пойдем обратно, а по другой тропиночке пройдемся. Ну, наверное, если вообще мы сейчас дойдем до куда-нибудь. К нам еще сегодня родители должны заехать. Родители, сестра, они как раз в Тольятти едут. Поэтому нам, у нас время прям немножечко, вот полчасика прогуляться, да и все. А так вообще здорово, да? Тут такая тропиночка, деревья. Прям красиво, красиво. Папа, ну сейчас выйдешь с клещами. Он каких-то жуков ищет. Каких? Ты каких жуков ищешь? Чтобы в это в гуляш добавить? Жук олень, например. Жук олень? Ой. Ну ты его что, не видел, что ли? О, как там много муравьев. Папа кушать хочет. Да? Ну все. Пошли. Взял, все раздербанил. Ну чё, чё ты нашел? Сейчас вылезет какой-нибудь. Да никто не вылезет, Олег. Оно... Его уже все обсосали, все съели. Зачем он это сделал? Ну да. Зачем ты это сделал? Я же тебе говорю. Это здесь такого выйдет. Фу, пап! Мы снова дошли до заброшенного строения, как и зимой с Настей. Что-то прям так жутковато становится. Там какая-то дорожка. Это вот дорожка, дорога, тротуар, спуск. Слушай, мне спуск, кажется, мы потом это... Что? Ну там грязно будет. Сейчас это... Не сможем пройти. Асфальт кончится. И что, не пойдем? Не знаю, надо как-то. Ну тут даже вон. Берегите лес. Ну, я не знаю, давай тогда вернемся. Колодец. Ну да, вчера дождь был. Грязно. Там что, никого нет? Да, кстати, был уже. А там он свернул, он не сюда пошел. А, ну вот смотри, можно здесь отвернуть. Пойдем? А и что, мы куда там выйдем? По тропинке выйдем сюда. Это... Куда? Ну, на ту дорогу. Блин, тут же тоже грязь. Тут везде грязь, да? Ну, почти до самого низа. А там чуть-чуть на... Нам чуть-чуть осталось. Че, пойдем, да, к озеру? Ну, пошлите к болоту, сходим. Ладно. Посмотрим. Хоть разок спустимся. А что? Ты боишься? Я тоже боюсь. А мы, оказывается, уже пришли. Вот оно, озеро.
болотистые. О, там закрыто, там типа частная территория, да? Ой, там собаки гавкают. Да, здесь закрыто. Заборчик. Ой, это на той стороне столько собак много. Это что, сова была, да? Ну, так красиво. Красивенько. Они так гавкают, как будто там охота идет, да? Ну так, в принципе, не так. А? Не грязно, говорю. Ну да. Там рыбак сидит. О, вон там рыбаки сидят. Рыбу ловят. Настя, давай, закричи. Я снимаю. Закричи. Чё поймали? Да не, пошли. Чё мы их будем там тревожить? Пусть рыбачат. Ну, переклеивай. Ну, давай, клей. Олег, подожди. Сейчас Настя заклеит все мозоль. Олег что-то ищет все. Жуков, наверное. И ветер какой. Тут он шашлычки, наверное, жарит. Ой, как здорово, как в деревне, да, Настя? Вообще. А? А, ой. Ну, что ты мне в камеру лезешь? А, ё-моё. Простите. Ой, их тут так много. Да тут дофига. Вон они. Лазят. Короче, что-то поднялся сильно ветер. Тут уже это, деревья ломаются, ветки. Страшно. О, Настя, тут вообще еще лучше. Что, еще и здесь посидим? Да не, мы сейчас пойдем. Вон дерево тоже лежит. Деревья падают, ломаются. Видишь, дерево сломало. Ветка, да? Да. Где? А, да, да. Где? Иди сюда. А, вот это вот лежит, который? Нет, мам, ничего. Не дерево, веточка. Не веточка, а здорово. Вот это, что ли, который? Веточка. Ну ладно, короче, тут... Много сломано. Конечно, у меня сразу паника. Паника. На голову упадет. Ой, блин, точно. Так, короче, валим отсюда, валим. Настя побежала. Что? Настя, что ты говоришь? Ну, если ты ее не трогаешь, так она и не набросится на тебя. Тут столько мест красивых летом, да? Че? Летом красиво здесь. Да, еще лодочку взять, да, по плаву? Да, да. Лодочку? Лодочку под водочку.
далеко? Далеко идти. Да нет, не сильно далеко. Ребята так не боится, как змеи. Я никогда не вижу. Вот и не надо. А мы уже почти вышли, да? А, ё-моё, там какие-то дяденьки сидят. Пошлите. Пошлите от Седова. О, Настя, ты хотела тогда вдвоем сюда идти. Да ну ты чё? Вдвоем вообще страшно. Ой, смотри, дерево сломалось тоже. Тогда его не было здесь. Такой здоровый. А, мы уже все почти, да, вышли. Давай как-нибудь по-быстрому пробегай. В общем, у нас сегодня такая вот прогулочка. Дышим. Чё? А, рыбак сидит. Тихо. Клюет, не клюет. Интересно, вообще, кто тут водится-то? Оно такое нечистое озеро же здесь. Ну, все загажено. Так, все, мы вышли. Мы вышли. Говорят, здесь... Ой, что там шуршит? Говорят, здесь где-то клубника растет. Ну, на заброшенном где-то участке, что ли. Что. Правда, не знаю. Да, вверх, все, домой идем. Так, никого мы тут с собой из леса не притащили. Все, все, домой. Сейчас в горочку поднимемся, в магнит зайдем, хлебом купим. И пойдем. Ой, жук! Ты его искал? Его раздавили уже. Ну да, кстати, таких без рогов и это много мы видели вот возле дома. Вот, а которых рогат, вот еще, да. А которые рогатые, вот как мы в прошлый раз видели, снимали, больше не видели, да, таких больших прям. Вот, мы нашли рогатого, но он уже помер. Да. Его кто-то раздавил. И рога обломил. Я, короче, это липу нашла. Хожу тут, нюхаю ее. Ой, такой сладкий аромат. Что-что? Вот папа меня не пугает. Ну, это же, видите, папа. Ой, здесь вот этих бабочек. Мотыльков, или как они там правильно называются, очень много. Слушай, давай его вот возьмем домой и сделаем гербарий, да? Операцию. Операцию. Ну положи его, что он все раздавленный. Розочки. Положи. Ой, тут уже розы отцвели. Ой. Красивые розочки. Вот такие вот. Ой, вон, Настя, смотри, еще такой зеленый. Зеленый. Бля, Настя, простите, пожалуйста. Своим грязным лохом. Ну, конечно, они... Ну, идем, я тебе покажу. Вон, зеленый. А, это жучок, да? Да. Так, что нам? Вон туда нам, Олег, да? Я думаю, да. Вроде как обойдем. А, вот туда, да? Да. Садик, да, какой-то.
Блин, мне завтра на работу, так не хочу. Давай я не пойду, да. Да, можно я не пойду? Ну, на работу. Может, тебя, а? А я что? А что? Поработаешь. Вон вишня. Бабушка сказала, вишню привезет тоже. Но я не знаю, что она там. Поспела разве? Она говорит, тля ее ест. Жуки. Какие-то колорадские. Жасмин. Подожди, это не жасмин, это. Это что-то не жасмин. Он что-то не пахнет жасмин. А похож на жасмин. А может, я просто не понимаю. Все, мы до магнита дошли. На гарнир? Алис есть. Ну сейчас зайдем, посмотрим, что вообще тут. Что ты хочешь? Поснимать, что ли? Угу. Рожки маленькие. Нет, маленькие. Это не рожки, это вот, ну, самка. Самка. Ой, тоже такие глазки. Подожди, где? Вон, смотри, где? Вот, вот, видишь глазки здесь? Сбоку. По бокам. А, точно, я даже не вижу. Ух ты. Там красивые. Прикольно. Смотри, да? Перламутровый такой. Ну, отпускай. Не, потом. Ну что ты его от дома уносишь далеко? Он потом заблудится. Папа у нас приготовил уже вот такое вот блюдо мясное. Пахнет так вкусненько. Сейчас 5 минут покипит. И все. И выключим. Так, ну здесь у нас вода. Макарошки будут. У нас сегодня будут, ну как, гости. Родители приедут. С Натальей. И вот мясо покушаем. Пообедаем просто. Салатик уже порезали. А потом что будем делать, Настя? А потом не знаю. Что-нибудь поделать. У нас, короче, Настя уехала снова на дачу. Ее позвали с ночевой. А нас угостили. Смотрите, какой вкуснятина. Ну, это Настин друг, ну, зашел. Заехал за ней. Он с дачи ехал, ну, они там с утра, видимо. Вот, пожарили мяску, нам занесли. Спасибо большое. Сейчас с Олегом покушаем. Все, а Настя уехала с ночевой до завтра. С утра приедет. Я завтра, короче, на работу. Что-то 2 дня вообще как-то мало. Мало выходных 2 дня. Я чуть не успела даже отдохнуть. Вот, у нас родители заезжали с сестрой. Это вишенка со своего огорода. Я не люблю вишню, она кислая, Олег любит. И клубничку еще привезли. Вот. Короче, такие вот дела. Зелень снова привезли. Сегодня такие тучки были. Вот так, чуть-чуть тоже есть еще пока. Ну, дождь. Дождя не было, дождь мимо прошел, видимо. Все. Короче, все. Мы отключаемся на сегодня. Я на работу. Ну, скоро увидимся. Все, всем спасибо и всем пока-пока. До новых встреч.